real thing is. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сейчас немножко поговорим про партнерские программы и про лохотроны различные. Я вообще сегодня неплохо так поработал, снял уже 2 ролика и даже был один стрим, мы пообщались ровно 48 минут, пока не проснулся мой сын. И тут ко мне сегодня приходит очередное сообщение на ящик от различных вот таких партнерских программ. Я думаю, почему бы мне не поделиться с вами, что я думаю о партнерских программах. Господа, вы же знаете, что такое YouTube? YouTube это такое место, где ты выкидываешь ролики, у тебя сразу слава, деньги, дорогие машины, и вообще, в принципе, ты никогда работать больше не будешь. Нет, ребята, все не так. И неважно, маленький у тебя канал, большой у тебя канал, здесь нужно постоянно пахать. Если у тебя маленький канал, то, к примеру, ты в месяц будешь зарабатывать там $100, и для этого тебе нужно постоянно пахать. Тем более, нет никакой команды, нет никаких помощников, я, к примеру, делаю все сам. Если большой канал, естественно, там деньги гораздо больше, но там нужна команда и куда больше труда. Жаль, я почистил корзину, мне вот, кстати, такого говна приходит очень много, особенно приглашения в партнерские программы различные. Так вот, господа, вернусь к прибыли. Первая прибыль у меня появилась еще там очень давно, но я особо этим не занимался, и на самом деле нормальные деньги я начал получать где-то в 2017 году. Общая сумма у меня составляет $2138. Большая часть денег заработана за 2018-2019 год. Все честно, без рекламы и партнерских программ. Итак, насчет партнерских программ. Ну, давайте вам скажу плюсы партнерских программ. Первое. Вы сможете выводить суммы меньше $100, потому что на Google AdSense вы можете вывести сумму только от $100. Второй плюс. Если вы не соблюдаете правила, за вас может партнерка побороться. Вас не забанят, ролик не удалят. Ну, я, наверное, должен был вам рассказывать, что они помогают вам как-то канал развивать, типа третий плюс. Нет, третьего плюса нет. Возможно, они и будут работать с крупным каналом, а с маленькими каналами они работать не будут. Естественно, у меня никогда не было связей с партнерскими программами. Чаще всего в сообщениях я троллю их, у меня много переписок. К сожалению, я все поудалял. Там были такие прикольные переписки. Ну, очень жаль. Как-нибудь в следующий раз сделаю вторую часть. К примеру, вы заходите на YouTube и видите какого-нибудь крутого, там, я не знаю, обзорщика, блогера, да, и он в начале ролика говорит: рекомендую вам партнерскую программу. Ну, у вас какой-нибудь там, как у меня, 23 тысячи подписчиков, 10 тысяч подписчиков или 2 тысячи подписчиков. Чаще всего бывает, чем меньше подписчиков, тем, в принципе, начинающий там блогер, обзорщик или еще что-то, либо он менее опытный и, в принципе, падок на понты. Но он думает: блин, ну, если, смотрите, я уже такой крутой, короче, ютубер, наверное же, нужна мне партнерка. Есть партнерка у этого чувака, миллионника, значит, у меня должна быть. Думаешь: блин, ну все, пора, короче, партнеркой заключать договор, буду бабки лопатой гребсти. Переходите к ним на сайт. Таких партнерок море. Вы не подумайте, что я чисто против этой партнерки. Я против всех. Всех партнерок. Не, ну я два плюса сказал, народ, не забывай. Ты заключаешь договор, ничего не читаешь, и оказывается, что они у тебя забирают каждый месяц 30% твоего заработка. То есть ты бы мог выводить $100 каждый месяц, но ты не можешь вывести $100 каждый месяц. Ты можешь вывести только 50 через эту партнерку, а остальные деньги ты отдаешь им. Потом ты понимаешь, что ты не нарушаешь правил YouTube, и, в принципе, помощь данной партнерской программы тебе не нужна. Как-то продвинуть твой канал они тебе тоже не помогли. Они пару раз выслали тебе какую-то чушь, которую ты и так знал. Ну, в стиле типа, как теги выставлять, рекомендации по названию роликов. То, что и так бесплатно можно узнать на самом YouTube. И ты такой думаешь: хватит кормить этих дармоедов. Заходишь на сайт партнерки и хочешь расторгнуть договор. Но ты не можешь этого сделать, ведь ты не читал договор. Оказывается, целый год ты будешь на крючке. Целый год они будут тебя доить. И тот самый ютубер-миллионник тебя просто обманул. Обманул по причине того, что ему заплатили за рекламу. Дело в том, что за рекламу лохотронов ютуберов никто не наказывает. Автомобильные ютуберы рекламируют Супротек, мифическую жидкость, которую якобы сама по себе ремонтирует двигатель, лохотрон типа 1xbet, Азина 3 топора и другое говно. Сейчас тысячи таких ресурсов лохотронских, которые должны были давно уже закрыть, авторов посадить, а ютуберов этих посадить на бутылку. Но всем как бы похер, никто на это не обращает внимания, типа это в норме так и должно быть. Ну что, давайте
давайте напоследок поговорим о том, когда нужно использовать партнерскую программу. Если вы какой-нибудь скандалист или у вас политический блог, вы там обнаженным себя снимаете, ходите с ведром на голове, у вас там каловые массы выпадают или еще что-нибудь, и ваш ролик, скорее всего, могут забанить. В этих случаях вам, конечно, нужна партнерская программа, потому что она вас будет защищать на YouTube. Вас не забанят, ролик не удалят. И то не во всех случаях, ну, не наглеть. Естественно, у вас канал должен быть побольше, не так, как у меня 23 тысячи, не 10 тысяч, не 50 тысяч, а хотя бы 100 тысяч подписчиков, по 50, по 100 тысяч просмотров. Партнерки часто используют люди, которые зарабатывают на рекламе. То есть основной заработок у них идет не от того, что они монетизируют свои ролики, а от того, что они вставляют в начале или в конце ролика рекламу от партнеров. А монетизация, в принципе, им по барабану, и как раз то, что там у них забирают 30% прибыли, им вообще похрен. Вот пролистаю еще один такой момент. Есть такая штука, когда ютуберам партнерки сплатят денежки за рекламу. И вот тогда можно увидеть очень много вот таких роликов, где написано «реальный заработок там на ютубе», «как мне помогла партнерка», «довольные лица», короче, «мешки с бабками» и т.д. и т.п. А вот реальность. Вот такие ролики, как отключиться от партнерок, где вам расскажут, что это рабство, что вообще пользы от этого никакой, что большая часть прибыли уходит. Вот реальность. Реальность в том, что деньги приходят с большим трудом, а уходят очень легко. И существует огромное количество организаций, лохотронов, которые хотят у вас по-быстрому эти деньги отнять. Посмотрите, сколько роликов. Надеюсь, те, кто сейчас смотрит данный ролик, те, кто начали получать первую прибыль на YouTube, мне поверят и никогда не подключатся к партнерке. Денежки можно зарабатывать честным путем. Просто снимайте ролики, подключайте нормальную партнерку AdSense, заведите счет в банке и соблюдайте правила, и деньги сами по себе к вам пойдут. И самое главное, не опускайтесь никогда до рекламы всякой лохотронной шняги. Один раз сядете на бутылку, отмыться потом уже не сможете. Деньги приходят и уходят, а репутация может и не вернуться. Это было мое личное мнение. В следующий раз все переписки с вот этими партнерками я удалять не буду. Соберу коллекцию и выпущу вторую часть. Увидите, как они целуют в жопу, вылизывают жопу для того, чтобы вы только в это рабство влезли. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.